Всем привет! С вами Life with Xenia UK. Сегодня я хочу приготовить торт sponge cake. Для приготовления его нам понадобится 4 яйца, 4 eggs, стакан муки, 1 glass of flour, 1 стакан сахара, 1 glass of sugar, 250 grams. Одна чайная ложка разрыхлителя, baking powder 1 teaspoon, и ванилин, vanilla flavoring. Также нам понадобится растительное масло, либо же сливочное масло для смазывания формы. Baking dish and a button to grease. И для крема возьмем сметану, у меня такой био-йогурт, он как сметана получается. Я буду делать его с сахаром, и таким кремом я буду пропитывать наш бисквит. Био-йогурт, natural yogurt, for, as a cream for our cake. I'll mix it with sugar, and then I will spread it all over the cake. But first I'll cut the cake in two halves. Берем 4 яйца. Я забыла, нужно еще добавить щепотку соли. И сейчас мы всыпаем 1 стакан сахара и будем миксером все перемешивать. I forgot to tell you, we should add a pinch of salt. Then we added 1 glass of sugar. And for eggs, and now we have to mix it up. Получится масса густая. Mixture supposed to be thick and fluffy. Теперь как массу мы добавляем 1 чайную ложку разрыхлителя, 1 teaspoon of baking powder. Перемешиваем все. И сейчас будем добавлять муку просеянную, 1 стакан. Добавляем муку постепенно, чуть-чуть добавили, перемешали и перемешиваем снаружи внутрь. Mixing the flour in this mixture. At the end, I'll add some vanilla flavor, vanilla powder. В конце я добавлю ванилин. Если кто хочет добавить ванильный сахар вместо ванилина, тогда ванильный сахар нужно добавлять вместе с сахаром в начале, когда мы взбивали желтки. Не желтки, а яйца вместе с сахаром, чтобы ванилин успел раствориться. Все это перемешиваем, и эту массу мы сейчас будем выливать в подготовленную форму для выпекания, смазанную маслом. Now I will pour the mixture into the butter-greased baking dish. And now it is ready to go to the oven for about 25-30 minutes at 180 degrees Celsius. И сейчас я это ставлю в духовку на 25-30 минут при температуре 180 градусов. Сейчас я буду делать крем. Значит, я влила сюда сметану,
где-то полстакана сахара и немного ванилина. Сейчас я это буду взбивать все миксером. For the cake filling, I'll mix the natural yogurt, or you can have sour cream, maybe half a glass of sugar, and a little bit of vanilla flavoring. Now I will mix it everything. Вот я вытащила уже пирог из духовки. Сейчас я буду его смазывать кремом. Я вот разрезала пирог на две части и сейчас буду смазывать кремом. Ну что, вот наш пирог готов. Я его украсила по желанию. Сверху я натерла шоколад и выложила такие шоколадные шарики из белого и молочного шоколада. Всем приятного аппетита! Я его оставлю на ночь, чтобы он лучше пропитался. Всем спасибо за просмотр и надеюсь, увижу вас в следующий раз. Кому понравился этот рецептик, прошу поставить лайк. Если что, какие есть вопросы, напишите внизу под видео свои комментарии. Кто еще не успел подписаться на мой канал, пожалуйста, подписывайтесь. Впереди вас ждут много интересных видео, не только кулинарных рецептов, а обзоры. В общем, моя жизнь здесь в Англии. Всем пока! Here we go. Our delicious cake is ready now. I'll leave it to soak overnight. And tomorrow we'll enjoy it. And you please enjoy it. If you like this video, please leave a like, and if you have any questions, you can comment down below. And please subscribe for more interesting videos. Bye for now.